Здравствуйте всем! Я это видео хочу посвятить Давиду. Моему сыну через месяц будет год, 3 года, и мы с 12 марта вот знакомы и занимаемся с Давидом. За эти 10 сеансов, я могу сказать, мы ощущаем большие изменения в поведении нашего сына. Он стал более контактным, он стал больше откликаться на свое имя, больше понимать нашу речь. Стал инициировать игру с детьми, в какой-то степени начал целовать детей, чему мы вот в течение года не могли добиться и работали над этим. Ну, в целом скажу, твой, чувствуем изменения в лучшую сторону. Чувствуем изменения еще, я у себя чувствую, Давид. В течение, мне кажется, с 8 и дальше работает уроков со мной, потому что было большое напряжение с моей стороны, что я не могла расслабиться, не могла отпустить все это. И вот каждым разом мне становилось намного легче. И после 5-го даже сеанса я уже сказала, что я немного готова уже к другой работе. Мне очень нравится, как Давид подходит к определенной проблеме. Каждый раз мы обсуждаем ситуацию, какую проблему. Мы вместе дышим, как делают, мне кажется, многие мамы, которые обращаются к нему. Он мне высылает разные видео. В данный момент мне очень нравится, что Давид подходит к каждой проблеме, аргументируя с медицинской точки зрения, с психологией. То есть это я знаю, что это не вещи просто не придуманные, не с потолка взятые. Это вещи, которые он как специалист понимает нашу проблему, понимает корень вопроса. И вот так, таким образом нам помогает. Хочу поблагодарить Давида и всем, у кого есть проблемы, советую обратиться к нему. Он вам обязательно поможет. Он чувствует вас, чувствует вашего ребенка. Вот за эти 10 сеансов я смело могу сказать, что он сделал для нас многое. Голоса мы будем продолжать нашу работу. И хочу поблагодарить Всевышнего за то, что он подарил нам Давида. Спасибо.